14-5 трехи у соперника. Едва Дрейпер не перехватил передачу до колонны Теодосича. Повезло нам, что он выпустил потом мяч за боковую линию. Эх, у них микрофоны, дайте их послушать. 3 минуты 32 секунды до конца третьей четверти. О чем-то со столиком, не просматривая никаких повторов, говорят испанские арбитры. Извините. Поскольку вот между двумя девушками сидит мужчина за турецким столиком, то, пожалуй, это... Ага, понятно, о чем говорят. Владения это не было, значит, остается не 24 секунды на владение ЦСКА. И не 16, а 13, пожалуй, должно быть секунд. Молодцы арбитры, такой тонкий момент заметили. Это очень важно. 15.